Приветствую вас на моем канале разборов анонса, психологических обзоров. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта Холостячка. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего, кто больше всего подходит к Сене Мишиной и кто по вашему мнению победит. А в следующей серии у нас будет половина проекта уже позади и мужчины начнут признаваться активно Ксении в чувствах все и только Эллард скажет эту козырную фразу «Я тебя люблю». Также будет нестандартное тяжелое испытание для мужчин, будет самое интимное свидание на проекте, и я думаю, что оно будет с юристом на миллиард. Он будет делать ей массаж. Также внезапно один из мужчин покинет проект, и я думаю, что все-таки в этой серии как раз юрист на миллиард и уйдет, потому что у них максимально Меньше искры, чем со остальными парнями. А еще для мужчин будет нестандартный детектор лжи. Напишите мне в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Кто, по вашему мнению, достоин ксении Мишины и может побить. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.